что будет в новом эпизоде «Дочки посла». Переживет ли Санкар обвинение Садата? Покинет ли Мави Санкар? Какое зло совершат Сидат и Гювин? Все и многое другое сейчас в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Санкар и Мави не разделялись, не забудьте поделиться нашим видео. Хотя Сидат не хочет выжить в аварии, он сбегает из аварии, не повредив ногти. Мави же сбегает, получив серьезные травмы после этого несчастного случая. Однако он раскроет игру, которую Сидат устроила Санкаре, и докажет Санкару его невиновность. Когда Сидат узнает об этом, он сойдет с ума от гнева. Но думая, что Мави, Сидат не остановится и продолжит разбираться с Санкаром, он захочет уйти от него. Конечно, Санкар не допустит этого и уговорит Мави остаться. Пока Мави боролась с подонками Сидата, с одной стороны, с другой стороны, Хали Сефи сжимала Мави. Поскольку он знает о чувствительности Мави к Мелику, он попытается отделить его от Санкара, обременяя его в этом вопросе. Когда Сидат видит, что его планы ни к чему не привели, он составит новый план с Гювином и попытается проникнуть в семью Сакара. Я думаю, что Халис и Сидат будут сотрудничать в этом отношении. Потому что они оба хотят разлучить Санкар и Мави. Если Хали Сефи попадет в такую игру, когда Санкар узнает об этом, это серьезно повредит их связи между матерью и ребенком. Хали Сефи, которая тоже сжимает Мави, возьмет на себя ее долю. Несмотря на то, что Мави не хочет прислушиваться к его разговорам, ему будет очень скучно. Однако он скроет это от Санкара, чтобы не беспокоить Санкара с его матерью. Санкар, с другой стороны, будет стараться быть бдительным, чтобы не попасть в игры Сидата и Гювина, при этом стараясь ни на минуту не оставлять Мави одну. Смерть Кеврука заставит Санкара быть глубоко потрясенным и очень несчастным. После этой смерти он снова останется в Санкаре, чтобы собрать Зехру. После этого он почувствует отсутствие Кеврука, которого считает своим братом, своим товарищем. Если вы хотите вспомнить, что произошло в последней серии, вы можете продолжить просмотр нашего видео. Санкар внезапно оказывается в бегах с ужасным планом Сидата. Что дает ему наибольшую силу, так это безоговорочная вера Мави в его невиновность. Мави, с одной стороны, пытается предотвратить влияние этой ситуации на Мелека, с другой стороны, она делает все возможное, чтобы раскрыть факты. Сидат, доставленный в больницу, борется за жизнь, не зная о плане Гювина. Уверенность притупляет глаза, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу и взять все под контроль. То, что они делают, чтобы найти Санкара, навредит другим жизням. Эльван принимает решения, которые он сделал для своей жизни, с реакцией Вихии. Он перекладывает бремя прошлого на свои плечи великой конфронтацией, которую он испытает впоследствии. Между тем, сомнение, которое вселил в его разум Бора, заставят его еще раз поспешить. Пока все надежды на Санкара на исходе, Мави готова отдать все ради спасения Санкара. И Санкар, и Мави окажутся на грани принятия решений, которые заставят их исчезнуть из-за того, в что они попадают. А пока мы подошли к концу нашего видео. Вы можете поделиться нашим видео с друзьями и позволить им следить за происходящим в сериале Сефирин Кэзэн. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.